16 марта 2018 года, 2 часа 41 минута, футбол, Лига Европы. Главный тренер Арсенала Арсен Венгер подвел итоги второго матча с Миланом 3-1 в рамках 1/8 финала Лиги Европы. Победы над Миланом были нам нужны, чтобы оправиться от наших последних результатов. Сегодня была сложная игра, но в итоге мы победили, матч получился открытым, в первом тайме мы играли слишком скованно, чтобы защитить результат первой встречи, затем у нас все получилось. Арсеналу нужно улучшить игру в обороне, но в целом мы техничная команда. Нам нужно играть более прагматично, а не бежать постоянно вперед. Сегодня мы закончили встречу компактно и солидно, цитирует Венгера BBC Sport. Источник BBC сообщить об ошибке. Комментарии 16 марта 2018 года, 15 марта 2018 года.